Ох. Здесь пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Но также здесь я еще принесла некоторые вещички для акции «Помоги детям». Вещички для детей из дома малютки. Замечательно, отлично. Не тяжело было нести? Ну так, тяжеловато. Городской комитет КПРФ Комсомольска на Амуре при активном участии ЛКСМ, комсомола города юности и неравнодушных граждан города доставили собранные детские вещи в детский дом номер 34 и в городской дом малютки. Выражаем благодарность всем, кто помогал собирать помощь детям. Ткаченко Кристине, Калугиной Дарье, Жила Андрею, Антонычеву Александру, Конышеву Олегу, Михеевой Марии Ивановне и многим другим. Ответственный за акцию «Помощь детям» в городском комитете КПРФ Эсмеральда Конышева. И, как вы уже знаете, у нас в городском комитете КПРФ параллельно продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Гуманитарная помощь для Донбасса собирается, сортируется, упаковывается и через Хабаровск будет отправлена жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Стоит отметить, что Зюганов Геннадий Андреевич на своей личной странице, рассказывая о сборе гуманитарной помощи во всех партийных комитетах нашей страны, привел в пример городской комитет КПРФ именно наш, города Комсомольска-на-Амуре. И ниже опубликовал ссылку на один из наших YouTube-каналов, на ролик, где говорится о сборе гуманитарной помощи для Донбасса. Вы видите телефон, по которому можно обращаться за справкой, и наш адрес.